запах, который я почувствовал в Кишиневе, это запах до боли мне знаком с Бельцем. Все очень просто. Ночью незаконно производился спирт, их неочистные сооружения находились. Они выбрасывали все эти отходы, и город сходил с ума. Мы встретились через 2 недели, говорю, проблема закрыта, вонять не будет. То, что происходит сегодня, в том числе и в этой коалиции, это как Высоцкий говорил, да, брак жирафа с антилопой. Дадон их разводит, ну, как может. Ну, понятно, Дадону нужно укреплять свои позиции. Они находят какие-то изощренные формы. Я вчера был в Гладянах. Полный дом культуры людей. Угу. Подходят разные люди, говорят, извините, прочитайте потом, мы не хотим это озвучивать в микрофон. Начинаете конверты как бы вскрывать. Значит, в одном из конвертов вижу, ну, убойную фактуру, ну, связанную с контрабандой. Пока не буду выходить, я просто это сейчас все проверяю и так далее. То есть вы понимаете, я же понимаю, что эту бабушку 100% зарядил либо сотрудник полиции, либо сотрудник прокуратуры. И просто, ну, в открытую как бы боялись прийти, чтобы не попасть.